июня Чингиз Болотов регулярно приходит на набережную. В этом году он со своими единомышленниками открыл арт-объект «Спасем Байкал от пластикового мусора» и продолжает над ним кураторство. Взяли такую привычку следить за этим местом, потому что пока еще сюда не определен дворник, поэтому с утра я приезжаю и подметаю, убираю мусор здесь. Это место при правильном отношении к нему показывает, как может изменяться центральная часть города, рассказывает Чингиз. Вырастет их число, станет уютнее его жителям. Очень важно развивать вот такие вот места. Очень важно, чтобы жители чувствовали себя комфортно и уютно у себя дома. Комфорт жителям добавляет и правильное озеленение. С новым подходом общественник хочет улучшить экологию. На нее также влияет набережная. Поэтому мы должны скорее ее начать обустраивать и обустраиваем ее вот такими небольшими примерами, как вот этот арт-объект. В будущем Чингиз планирует преобразить центр в место, где не только захочется работать, но и было бы приятно прогуляться. Юлия Пермякова, Евгений Павлов. Новости дня.